какая красивая осень! Солнце льет синевою небес, ветер шаль золотую набросил на березовый тоненький лес. Это картина Василия Куракса, дорогие друзья, плоть от плоти союз русских художников столетней давности. Яркая, радостная, наполненная светом и воздухом, она роднит Василия с творчеством Константина Иона, Станислава Жуковского, Петра Петровичева. Осень торжествует повсюду, на этом берегу реки, за рекой, в небе, в смелых, решительных движениях кисти художника. Хочется смотреть, не отрываясь, торжествовать и сопереживать вместе с автором. А значит, картина удалась, впечатлила, убедила. Союз русских художников. История продолжается. Спасибо, Василий.